Азербайджан не считает военнопленными армянских военных, задержанных после заключения трехстороннего соглашения по Карабаху от 10 ноября 2020 года. Как передает канал 13, об этом в ходе совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Ан Линде, в рамках ее рабочего визита в Азербайджан заявил глава МИД страны Джейхун Байрамов. Азербайджан выполняет свои обязательства в соответствии с трехсторонней договоренностью и вернул Армении всех военнопленных. Их количество намного больше количества военнопленных, которых Армения передала Азербайджану, отметил он. Байрамов уточнил, что Азербайджан начал передачу военнопленных еще в ходе боевых действий, прежде чем это сделала Армения. По словам министра, армянские солдаты, задержанные на территории Азербайджана 26 ноября 2020 года, не являются военнопленными. Они совершили террористические акты. В их отношении Азербайджан в соответствии с законодательством проводит следственные меры. Во избежание повторения подобного важно соблюдение трехстороннего заявления, подчеркнул он. При этом Байрамов отметил, что Армения в ночное время пытается отправлять в Азербайджан военных на машинах, предназначенных для перевозки строительных материалов. Это недопустимо. Этот вопрос был доведен и до Генеральной Ассамблеи ООН. Приводились ссылки на материалы международных СМИ. Родители солдат в Армении протестуют против отправки их детей на службу в Карабах. Проводят акции. Вся мировая пресса является свидетелем этого. Международные организации должны оказывать давление на Армению в этом вопросе. Каждая сторона должна выполнять взятые обязательства, сказал глава внешнеполитического ведомства.